Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Давайте вспомним тот уникальный день или то уникальное происшествие, которое вы никогда не забудете. Позитивное, надеюсь. Тот момент, когда что-то произошло в вашей жизни, как вы пережили какую-то радость, и ее невозможно сегодня забыть. Может быть, рождение первого ребенка, может быть, рождение пятого ребенка, может быть, это ваша свадьба, которую вы не можете забыть, потому что это такой радостный момент был в вашей жизни, да? Может быть, это ваше покаяние, когда вы родились в Иисусе Христе, получили жизнь вечную. Может быть, это повышение на работе, может быть, это большая зарплата. Может быть, вы никогда не забудете день, когда вы решили переехать в США, да, в эту страну. И никогда не забыть этот день, потому что он был наполнен радостью, да, и торжеством. Наконец-то мы едем в страну молока и меда, попкорна. Сегодня мы вспоминаем торжественный день в истории церкви. К сожалению, если мы так поразмышляем, мы не очень часто вспоминаем на протяжении года этот ивент, это происшествие. Мы вспоминаем, мы стараемся вспоминать его каждый год после Пасхи, но это торжественный день в истории церкви. Это особый день в истории церкви, день сошествия Духа Святого на землю, день Пятидесятницы, или как мы называем это, день Троицы. Особый день для церкви – это день, 50 дней спустя после того, как Иисус Христос был предан, распят и воскрес, 50 дней после Пасхи, это день, когда Дух Святой сошел на землю и наполнил учеников своих силой, наполнил их властью, наполнил их авторитетом идти и проповедовать Иисуса Христа. Это день рождения церкви. Это день, когда те, кто идут за Иисусом Христом, по-особому отмечены Духом Святым. Это день, когда те, кто познали Иисуса Христа, получили особую силу в Иисусе Христе. Многие из вас, наверное, знают, что день Пятидесятницы был и в Старом Завете. 50 дней после Пасхи в Старом Завете день назывался Днем Первых Плодов, когда Господь хотел, чтобы израильтяне приносили первые плоды, первую свою жертву в храм, где они приносили эти плоды в жертву Господу, прославляя Его, благодаря Ему, что Он благословил их урожай. Ну и, конечно, как каждый праздник, мы умеем его так украсить и так сделать, чтобы праздновать хорошо. И в этом, также здесь, в этом же случае, когда произошла Пятидесятница в Новом Завете, это был большой праздник, и это был очень уникальный день в жизни учеников, когда они все собрались праздновать Пятидесятницу Старого Завета, и народилась Пятидесятница Нового Завета. Дух Святой сходит, приходит на землю в день вот этого праздника, когда все израильтяне, когда все, которые пришли прославить Господа в храм, все пришли на этот фестиваль, Дух Святой приходит на землю и наполняет дом, где собрались ученики. Как вы думаете, это было совпадением, что именно в этот день Дух Святой пришел на землю? Конечно, нет. У Бога нет совпадений. Дух Святой пришел тогда, в тот момент, когда самое больше людей было в городе для того, чтобы услышать то, что ученики будут проповедовать, которые уже наполнились Духом Святым. Давайте мы
прочитаем еще раз первые четыре стиха второй главы книги Деяния. И именно на этих стихах я хочу, чтобы эти стихи мы сегодня изучали. Именно только об этих стихах мы будем сегодня говорить, об этих стихах мы будем размышлять. Итак, случай или вот это происшествие, когда Дух Святой сошел на землю, происходит во второй главе книги Деяния. И мы читаем первые четыре стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». То есть ученики Иисуса Христа, там около 120 было, да? «Они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Аминь. Должны были прочитать вместе. Надеюсь, что у вас Библии были открыты. Интересно начинает Лука эту вторую главу, начинает вот объяснять или рассказывать нам об этом дне. И использует здесь фразу «при наступлении дня». Что интересно, что это слово «при наступлении дня» – это не просто вот так получилось, что именно когда этот день пришел. Но здесь идет больше смысл такой, что здесь наступил день или исполнилось время. Исполнился день. То есть в какой-то мере, что мы здесь видим в самом начале, что эти слова нам говорят о том, что это исполнился день, который был задуман Богом еще раньше. То есть, опять же, подтверждается то, что сошествие Духа Святого именно в этот день не было совпадением с праздником. Это было продумано Господом происшествие. И оно, опять же, нам говорит о том, насколько уникален наш живой Господь, который ничего не делает по совпадению, у которого нет совпадений. И все, что происходит в жизни церкви, все, что происходит в жизни каждого человека, оно все продумано очень хорошо и очень красиво нашим Господом Творцом. И в какой-то мере, перед тем, как Дух Святой сошел, как будто христианство не было еще полностью наполнено тем, что им нужно было. И когда сходит этот Дух Святой, когда наступил этот день, тогда можно сказать, все, христианин теперь уже полностью состоялся. Христианин состоялся, Дух Святой сошел. И мы знаем, что это было запланировано. Почему? Потому что мы читаем в Евангелии Иоанна в 14 главе, Иоанн пишет и описывает слова Иисуса. Иисус говорит следующие слова. И Он говорит: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Сошествие Святого Духа – это исполненное обещание Иисуса Христа. Сошествие Духа Святого – это обещание, которое Иисус Христос исполнил. Опять же, это свидетельство для нас, дорогие друзья, что Иисус Христос свои обещания исполняет. То, что Он обещал, Он исполнит. И здесь мы видим, что Он посылает Духа Святого, который будет Духом Утешителем, Духом Помощником, Духом Путеводителем. Он посылает Духа Святого, который будет говорить истину и будет влаживать эту истину в нас, и мы познаем эту истину и сможем говорить эту истину другим.
Это Дух Святой, который живет в нас. И здесь так интересно, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. В Старом Завете Дух Святой тоже снисходил на людей, но Он снисходил на время. И потом их покидал. Что меняется в Новом Завете, это то, что Дух Святой приходит и остается с нами. Знаете, когда студенты идут в high school или в колледж, им дают канцлера или вот советчика, да, можно так сказать. Им дают канцлера. Работа этого канцлера заключается в чем? Чтобы помочь этому ученику пройти, если это high school, пройти все классы. Да, в каком смысле помочь? То есть этот помощник или этот советник, он говорит студенту, тебе нужно взять такие классы, у тебя столько юнитов, тебе нужно еще взять этот класс, третий, четвертый, и так ты достигнешь своей цели и получишь диплом. В колледже то же самое, но в колледже уже ты больше выбираешь, хочешь ты идти к этому советнику или нет. И очень часто случается, что студенты жалуются, что их канцлер подставил их, да, вместо того, чтобы дать правильные классы, он говорит одни классы, а потом оказывается, что мне не нужно было брать этот класс, нужно было взять другой класс. Дух Святой в какой-то мере и является вот этим советником или канцлером для каждого христианина, но не такой земной, который могут что-то делать неправильно, но тот, который совершенно ведет христианина к истине. Дух Святой учит нас. Он показывает нам путь истины. Он говорит к нам. Он напоминает нам. Он утешает нас. И давайте мы посмотрим, вот как это проявилось и как описывает, какие слова использует Лука, когда он пишет о том, как это все происходило. Во втором стихе, в четвертой главе, мы читаем следующие слова. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». На этой неделе, если вы были во Фресно на этой неделе, да, там во вторник, в среду, были очень сильные ветры. Очень сильные ветры. Деревья нагинались, деревья падали. Я даже в один из этих дней вышел так себе в backyard, потому что пришлось зонтики поднимать. Мы поставили такую canopy небольшую у себя в бэкьярде, и она улетела. Оказывается, нужно привязывать иногда некоторые вещи, да? Пришел сюда в четверг, зашел к нам в church backyard, смотрю, братья уже поработали, уже там подставили кучу, потому что наши палатки здесь улетали, хотя они в ведрах с цементом. То есть ветер был сильный, да, и мы видели это на глазах, и мы чувствовали, и мы даже слышали этот ветер, особенно когда приоткрываешь окошко немного, да, или как если у вас такая старая вытяжка, как у нас, то можно через вытяжку над газовой плитой услышать, как ветер воет, да. И вот ты слышишь этот ветер, ты чувствуешь этот ветер, и мы почувствовали силу сильного ветра. Лука описывает здесь, и он использует такой символ, когда Дух Святой сошел с неба, был шум, как бы от несущегося сильного ветра. Интересно, я прочитал этот стих в новом русском переводе, там даже используется ураганного ветра. То есть это был шум сильный, шум сильного, сильного ветра. Почему Лука описывает именно так сошествие Духа Святого? Мне кажется, это потому, что Лука хотел описать силу Духа Святого. И он говорит, Дух Святой, он силен, как ветер сильный, как ветер ураганный, который может поднять людей с места, который может подвинуть человека. Это ветер, который может что-то изменить в жизни человека. Это ветер со звуком. Ветер, который
может тебе что-то сказать. Это Дух Святой, которого ты можешь услышать. И так Святой Дух оживляет христианина. Святой Дух, он как сильный ветер, который оживляет христианина. Что интересно, что если мы читаем слово вот «дух» и «ветер» или «воздух», в греческом у них один и тот же как бы корень, да? И здесь как в каком-то смысле Лука говорит, что Дух Святой – это как тот глоток свежего воздуха, в котором ты нуждаешься для того, чтобы жить. Дух Святой – это тот воздух, которым ты питаешься для того, чтобы жить и процветать христианской жизнью. Это тот воздух, в котором ты нуждаешься, без которого ты не сможешь быть постоянным верным учеником Иисуса Христа. Это сильный ветер, который не разрушает. Заметьте, Дух Святой наполнил эту комнату, и дом не развалился. И ученики не попадали. Дух Святой, Он не разрушает, Он созидает, и Он приводит христианина в жизнь, Он оживляет христианина. Что делают ученики, как только Дух Святой сошел на них, они уже не сидят вместе, они уже начинают говорить, они уже начинают о чем-то говорить, они не могут молчать уже. И мы это знаем, потому что когда мы дальше читаем, и брат пастор Соколовский читал в самом начале, что когда это произошло, и ученики начали говорить, начали рассказывать друг другу о том, кто такой Иисус Христос, и весь народ пришел в смятение, спасибо. Весь народ пришел в смятение, потому что они услышали не только этот шум, они услышали шум того, что происходило в этой комнате. Оно не осталось в этой комнате. Ученики вышли из этой комнаты. И они этот шум ветра, эту силу ветра приняли и пошли шуметь дальше. Это сильный ветер, который приводит в движение Дух Святой. Когда ты наполняешься Духом Святым, ты не можешь спокойно сидеть. Ты не можешь спокойно молчать. Ты будешь двигаться. Двигаться в том направлении, которое Господь тебе дал и говорит, иди, говори, живи, показывай людям, рассказывай им о том, кто такой Иисус Христос. Ученик Иисуса, который получил силу Духа Святого, не может сидеть спокойно и не может не искать способы, как поделиться истиной с другим человеком. У меня было благословение на этой неделе разговаривать с двумя разными братьями, один постарше, один помоложе. И так приятно было слышать от них их идеи служения. Я хочу заниматься с этими людьми. Один мне говорит, я хочу заниматься с этими людьми, и я уже придумал, как это делать, у меня уже есть план. Я слышу, Дух Святой мне что-то говорит, я слышу, ветер слышен, Дух Святой может быть услышан. Он говорит, я слышу, он мне говорит, мне нужно заниматься этим служением. Что ты думаешь? А что я думаю? Слава Богу, занимайся, давай, давай вместе. То есть человек не может сидеть и ничего не делать. Это свидетельствует о том, что Дух Святой бушует в нем, как сильный ветер. Другой брат, молодой, 17 лет, говорит, я хочу продолжать заниматься тем, что я занимаюсь, но мне не хватает. Я хочу еще какое-то служение делать. Я говорю, молодец, слава Богу, пускай Господь благословит тебя. Давай вместе подумаем, как лучше начать это еще одно служение в твоей жизни. Почему? Не потому, что он молодой и сильный. Потому что есть очень много молодых и сильных, которые ничего не хотят делать для Бога, потому что в нем живет Дух Святой и работает. И он не сам приходит к этим мыслям, Дух Святой работает в нем. Дорогие друзья,
Если Дух Святой живет в тебе, ты не можешь быть мертвым для Христа. Ты будешь живым, ты будешь двигаться, ты будешь стоять в проломе в молитве, ты будешь заниматься служением физически, ты будешь заниматься разными служениями, но ты не будешь стоять на одном месте. Потому что человек, наполненный сильным ветром, Духом Святым, не остается на одном месте. И как этот зонт в моем бэк-ярде начинает летать по всему ярду. Но Дух Святой, Он направление тебя ведет. Не просто с одного угла в другой. Он тебя поведет в правильном направлении. Конечно, есть моменты, когда Дух Святой говорит к нам тихо, спокойно. И к этому нужно прислушаться. Это так важно, чтобы мы помнили, что Дух Святой, Он как ветер, который шумит, который говорит, которого можно услышать. И есть моменты жизни, когда, если я уже не знаю, что Господь хочет от меня, мне нужно просто остановиться и побыть в молчании, услышать этот ветер. Мы вчера были вместе с семейными парами искал, да? И когда все утихает, все уехали, мы остались. Когда все утихло, наши все нашумели, шум с собой забрали, и ты начинаешь слышать ветер между гор. Так, как будто много деревьев, которые склоняются, но это не деревья, это ветер шумит между горами. Дух Святой говорит христианину: пускай Господь благословит тебя услышать, что Он тебе говорит, и приходить и оживляться Духом Святым. Молись: Господь, Дух Святой, сойди, наполни меня, толкай меня, Дух Святой. Как парусник, толкай меня в направлении, которое Господь хочет, чтобы я и шел. Используй меня, возьми меня, неси меня, подними меня, дай мне жизнь, дай мне движение для Господа. Пускай для вас это будет молитва. Я знаю, мы стесняемся очень часто молиться именно такими словами: Дух Святой, наполни меня, веди меня, оживи меня. Но мне кажется, что иногда нужно такими молитвами молиться. Потому что как студенты, которые не идут к своим канцлерам, так часто мы не идем и не даем место Святому Духу наполнить нас. Итак, Лука говорит, что Святой Дух сошел, как шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. В третьем стихе мы читаем, Лука использует еще одну метафору и говорит: «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Несколько дней назад был пожар возле Woodward Park. Я не знаю, кто из вас это заметил, но я знаю, что точно один член церкви нашей записал это на видео. Так что есть proof, есть доказательства этого, да? Недалеко от Woodward Park. Загорелось какое-то здание, бизнес какой-то, и этот огонь перепрыгнул на вот всю эту сухую траву, высохшую траву, да, и все начало гореть. Сила огня. И Лука нам говорит, что Дух Святой сошел как бы что? Как бы огненные языки. И почил по одному на каждом из них. Огонь очень часто используется, как где говорится о присутствии Божьем. Давайте вспомним несколько случаев в Старом Завете, где Господь появлялся в огне. Да? Моисей, самое знаменитое, Моисей и горящий куст. Горел и не сгорал.
Сидрах, о, вот это супер, я даже не записал. Сидрах, Месах и Авденаго. Зашли в печь, а там появился четвертый, Иисус Христос. Израильтяне, когда шли по пустыне ночью, огненный столб был. Это было присутствие Божие. И когда они останавливались и раскладывали скинию, этот огонь сходил в скинию, и там присутствовал Господь. Когда Илья немножко там поспорил с пророками Ваала, да, построил жертвенник, налили кучу воды на жертвенник, и он помолился Господу, и Господь пришел в виде огня, который пожрал весь этот жертвенник. В Матфея 3 глава 11 стих Иоанн Креститель говорит своим слушателям и говорит: «Я крещу вас водой в знак покаяния, но после меня придет тот, кто могущественнее меня. Я даже не достоин нести его сандали. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем». Дорогие друзья, Святой Дух зажигает христианина. Святой Дух оживляет христианина и зажигает христианина. То есть Святой Дух – это присутствие Божье в твоей жизни. Это Бог, который входит в тебя и начинает зажигать тебя. Он начинает сжигать то, что в тебе старое осталось, и Он зажигает, чтобы новое горело. И мы видим, что эти языки, они почили где? На каждом из них. То есть Дух Святой не сошел и просто присутствовал там в комнате. И ты вышел из комнаты, и все, нет уже Духа Святого. Но этот Дух Святой, он почивает на каждом из верующих в Иисуса Христа. И каждый ученик, каждый следователь Иисуса Христа получает эту силу сильного ветра и силу огня. Это свет, это огонь, который просвещает к истине и показывает и говорит нам, где истина, а где ложь. Это Дух, который освещает наше состояние и говорит, где я еще не полностью очистился, где мне еще нужно меняться. И чем больше я молюсь, чтобы Дух Святой меня очищал, тем больше Он мне показывает, где мне нужно еще измениться. Чем больше я надеюсь и уповаю на то, чтобы Дух Святой наполнял меня, тем чаще ты будешь видеть, где ты ошибся и где тебе нужно поправиться. Потому что Дух Святой – это огонь, который зажигает, который освещает наше состояние внутреннее. Это огонь рвения. Дух Святой – это огонь рвения, огонь ревности. Заметьте, опять же, как изменилось состояние учеников, как только сошел Дух Святой. Они начали говорить и шуметь, как сильный ветер шумит, и у них уже не было страха перед людьми. У них появилась ревность, особая ревность к чему? К проповеди о Иисусе Христе, к служению. И теперь им уже было все равно, и мы читаем вот буквально через главу, в 4 главе мы уже читаем, что уже нескольких учеников уже арестовали, уже поставили в темницу, уже наказали. Но это их не останавливает, потому что у них есть ревность, данная им Духом Святым. Ревность проповедовать о Иисусе Христе. Говорить о том, насколько милостив наш Господь. И представьте, Дух Святой, сильный ветер и огонь. Нам нетрудно представить, что это будет за единство такое, смесь такая. Почему нам нетрудно представить? Потому что буквально в прошлом году мы видели, как сгорел Shaver Lake. Ну или лес вокруг Shaver Lake. И даже сегодня вы поедете, вы увидите результат огня и ветра. Да? Представьте себе, что Дух Святой,
имеет силу ветра и имеет силу огня, и эта сила входит в меня, входит в тебя Духом Святым. Почему же мы не сжигаем все вокруг нас? Почему же так часто в христианах не хватает ревности? Может быть, мы не надеемся на силу Духа Святого. Может быть, мы забыли, как просить Духа Святого, чтобы Он дал нам силу, чтобы Он дал нам этот огонь, чтобы Он вселился в нас этим сильным ветром. Представьте себе человека, который наполнен этим Духом Святым. Представьте себе церковь, которая горит и ведется сильным ветром. Это церковь, которая будет очень быстро расти, будет очень быстро говорить людям о Иисусе Христе, будет очень сильно стоять в проломе за неверующего человека. И посмотрите результат того, что сделал и Дух Святой в этих стихах. Дух Святой исходит, как несущийся сильный ветер, Он появляется, как огненные языки. И мы видим дальше, что в 4 стихе, «И всего этого, когда они исполнились, все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Результат того, той работы, которую Дух Святой сделал, результат этого то, что теперь ученики могут говорить. Теперь они уже не молчат. И мы видим это, что Святой Дух дает силу христианину говорить, проповедовать, свидетельствовать, рассказывать, говорить with boldness, говорить с смелостью. Как часто вы находили себя в ситуации, где вы, может быть, постеснялись кому-то сказать о Боге или о том, что Иисус Христос сделал в вашей жизни. Где-то мы чуть-чуть постеснялись. Бывают такие случаи в нашей жизни. Почему? Потому что мы не надеемся на ту силу, которую Дух Святой дает. И когда ты наполняешься Духом Святым, когда ты надеешься на Духа Святого, Он тебе дает силу говорить и свидетельствовать. И говорить не просто «все попало», говорить с четкостью и ясностью. Он дает возможность говорить так, чтобы другие понимали. Да, мы видим здесь, в этих стихах, когда мы читаем дальше, что когда они исполнились Духа Святого, они начали говорить на других языках, и все, кто находились в Иерусалиме с разными языками, критяне, аравитяне, фригии, памфилии, Египта, Ливии, Киринеи, и римляне, и иудеи, и все могли понимать, что ученики говорят. Может быть, Дух Святой тебе не даст силу говорить на другом языке, но Он точно даст тебе силу говорить так, чтобы другие понимали. Каждый раз удивляюсь, когда ко мне кто-то подходит и говорит, вот эта мысль прозвучала с твоей проповеди, так меня это тронуло, я думал, это самая слабая мысль в моей проповеди была. Но Дух Святой делает так, что Он берет слова, и Он вкладывает в сердца людей, чтобы они понимали так, как Дух Святой хочет, чтобы они понимали. И Дух Святой делает так, что когда ты будешь говорить понятно для того человека, когда ты получаешь силу Духа Святого. Они не просто говорили, о чем попало, опять же, но они говорили о чем. В 11 стихе мы читаем, что они говорили на разных языках о великих делах Божьих. Они не просто говорили о том, как классно, что у нас эти языки. «О, слушай, ты на каком говоришь? О, а я на каком говорю? О, ты понимаешь меня?» Они говорили о великих делах Божьих. Они свидетельствовали о Иисусе Христе. Они свидетельствовали о том, что Иисус Христос сделал в их жизни.
Они свидетельствовали о том, кто такой Иисус Христос. Они свидетельствовали о смерти Иисуса Христа, о воскресении Иисуса Христа. Они свидетельствовали о том, что Господь сделал в их жизни. И когда мы водимы Духом Святым, мы говорим четко, ясно, и мы говорим о великих чудесах, делах Божьих. Присутствие Духа Святого в твоей жизни не уйдет бесследно. Если в твоей жизни присутствует Дух Святой, ты будешь живым, ревностным, сильным христианином, который горит, который идет, который говорит, который свидетельствует, который открывает двери дома своего, который жертвует временем своим, своей энергией, своими силами, своими финансовыми для того, чтобы Слово Господне распространялось. Это христианин, наполненный Духом Святым. И сегодня я хочу предложить, чтобы мы молились о том, чтобы Господь, чтобы Дух Святой, Бог наполнил наши сердца присутствием Своим. Я хочу, чтобы мы молились словами: «Приди, Дух Святой, наполни сердце мое, измени мое поведение, измени мои мысли, измени мои слова, мою речь, измени мои цели в жизни. Дух Святой, наполни меня и измени меня как человека, чтобы я был истинным учеником Иисуса Христа». Я хочу поощрить вас, чтобы ты сегодня молился и просил, чтобы Дух Святой наполнил тебя и вел тебя, чтобы Дух Святой зажег тебя, чтобы Дух Святой пришел в тебя, как сильный ветер, и повел тебя в том направлении, которое Иисус Христос приготовил для тебя, чтобы Он дал тебе силы говорить о Его великих делах. Я понимаю, что некоторые из вас, может быть, ты сегодня находишься здесь, и ты никогда не был наполнен Духом Святым. И сейчас ты сидишь, и ты не знаешь, есть во мне Дух Святой, живет во мне Дух Святой или нет. Если ты хочешь, чтобы Дух Святой жил в тебе, чтобы Он работал в тебе, чтобы Он менял тебя, чтобы Он тебе подарил новый смысл в жизни, чтобы Он вел тебя к новой цели, сегодня ты это можешь сделать очень легко и просто. Помолиться Иисусу Христу и сказать: «Иисус Христос, прости меня, прости мои грехи, очисти меня, Дух Святой, войди в меня и живи во мне». Это молитва, молитва спасения. Это молитва, молитва прощения. Это молитва покаяния. Пускай Господь благословит каждого из нас просить Духа Святого, чтобы Он был частью нашей жизни. Аминь. Будем молиться. Благослови нас, и
пришел в это, на эту грешную землю, на грех погруженную землю, Господь, Ты отдал Себя ради нас, Ты умер, Ты в третий день воскрес, Ты вознесся на небо, Господь, и Ты сказал, что мне должно пойти, потому что если я не пойду, то Дух Утешитель не придет. Господи, мы благодарны Тебе, что Ты послал Духа Утешителя, который учит сегодня нас, который обличает, Господь, который открывает нам сердечные глаза, который указывает грешникам на спасение, на очищение. Господи, мы благодарны Тебе, что мы Тобой живем, движемся и существуем. Господи, и за то, что мы запечатлены Духом Святым в день искупления, Господь, и Ты сказал, чтобы мы не огорчали Духа Святого, которым мы запечатлены в день искупления. Помоги, Господь, мне, моей семье, народу Твоему, которые познали истину, жить свято, не огорчать Тебя, но наполняться Тобой, вести, Господь, быть водимым Духа Святым и ожидать Тебя, и быть в церкви, Господь, не спотыкаться, не падать, но быть той святой, очищенной церковью, за которой Ты придешь и возьмешь ее как невесту. Тебе слава и низкое поклонение. Аминь. Аминь.
благословит все города, которые сегодня терпят большие наводнения и бедствия. Пусть твое имя будет благословенно, потому что ты еще держишь церковь. Дух Святой, мы умоляем тебя, прости нас, благослови нас, Господи, если мы молчим и не говорим об этом. Господи, пусть твое имя будет прославлено вечный Бог. Аминь. Аминь. Отец Небесный, благодарю Тебя, Господь наш, Творец наш, Спаситель наш, наш путеводитель, наш помощник. Благодарю, Господь, за Духа Святого, который имеет необычную силу, зажигать сердца людей в любви к Тебе, Господи. Имеет необычную силу заряжать людей, Господи, зажигать людей, оживлять людей для того, чтобы имя Твое славилось здесь на земле, для того, чтобы еще многие узнавали о Тебе. Господь, так часто мы в трудных моментах ищем помощи от кого-то, Господи, но забываем о той силе, которую Ты дал нам. Я прошу Тебя, прости, Господи, что мы не так часто обращаемся к Тебе, как, может быть, обращаемся к другим, Господь. И прошу Тебя, я молюсь Тебе, Господь, чтобы Ты Духом Святым сошел на каждого из нас, Господи, чтобы Ты наполнил тех, кто еще не наполнен Духом Святым, Господи, чтобы Ты присутствовал в нас, на каждом члене церкви, на каждом человеке, на каждом ученике Твоем. Господи, чтобы Ты присутствовал Духом Святым в нашей церкви, в наших семьях, Господи. Наполни своим присутствием, Господь, чтобы мы ясно могли видеть, как нам идти, как нам поступать, как нам, Господи, идти за Тобою, Господь, что нам говорить, что нам делать, Господи, потому что Ты единственный, который имеешь это знание, имеешь эту силу, Господь. Помоги нам быть ревностными к Слову Твоему, ревностными по отношению к Тебе, Господи, так как мы иногда ревностны совсем не важным вещам, Господь. Помоги нам быть еще ревностней к Тебе, Господи, к Твоему Слову, к истине, Господь. Помоги нам молиться о спасении неверующих, Господь, о спасении грешников, чтобы в нашей церкви, в других церквях в этом городе, штате, в нашей стране, Господи, в этом мире люди каялись, приходили к Тебе, наполнялись Духом Святым и имели жизнь вечную. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты нам дал эту силу. Помоги нам проходить трудности, уповая на Тебя, Господи. И мы верим, что те обещания, которые Ты даешь нам, Ты исполнишь. Молюсь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, на этом наше служение закончилось. С миром Божьим!